Алексей Блинков участвует в соревнованиях по спортивной ловле поплавочной удочкой каждый год. У его команды 5 часов, чтобы поймать как можно больше рыбы. В этот раз добытчики заняли второе место. Но, как говорят участники, победа здесь далеко не главная. Мы пообщались с друзьями, которых год не видели. Это раз, это уже отдохновение души. Во-вторых, здесь, ну как сама атмосфера подпитывает от земли, и мы приедем домой, мы еще неделю будем себя чувствовать, как эйфория какая-то от земли. Соревнования проводятся среди команд общественных организаций инвалидов, ветеранов и пенсионеров. Здесь как маститые рыбаки, так и новички. Участники к борьбе за звание лучшего готовятся заранее, ведь для удачной ловли добытчикам нужна подходящая наживка. В соответствии с требованием Роспотребнадзора мы соблюли все необходимые меры. То есть каждой команде выделена отдельная территория, каждый рыбак находится не менее 2 метров друг от друга. Транспорт-то у нас отдельный, мы заказали автобусы, газели. Соревнование по спортивной ловле «Рыбалка без границ» прошла в 13-й раз. За все время участия в состязаниях приняли около 1500 рыболовов. Мария Ильчан, Николай Сидоров, «События».